И еще о необычных зимних видах спорта. Чиновники Министерства спорта Омской области заняли всего лишь третье место в соревнованиях по хоккею в валенках. Турнир собрал 23 команды, практически все министерства управления правительства Омской области. Губернатор, правда, не появился. Чиновники сыграли по олимпийской системе. Матч длился всего 12 минут. В командах были как министры, так и простые рабочие, водители, слесари. Это первый подобный турнир в области. В следующих принять участие смогут все желающие. В финальном матче работники Министерства промышленности были сильнее управления внутренней политики региона. Третье место за Министерством спорта. Спортивный формат, формат здорового общения, здорового образа жизни, он, наверное, востребован сегодня и всеми, и людьми, которые во власти работают, и людьми простыми. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать это. Подумаем о том, что, может быть, не только хоккеем на валенках ограничиться, придумать какие-то еще спортивные мероприятия, именно вот по игровым видам, потому что, наверное, игровые дисциплины более вот создают командный дух.